И, конечно, готовились к началу сезона болельщики «Трактора». Самые преданные фанаты отправились вслед за командой в Тольятти. А те, кто не смог по личным обстоятельствам, будут смотреть матч в Челябинске. Но все вместе. В одном из спортбаров города сейчас находится наш корреспондент Маргарита Хижняк. Она готова выйти на связь со студией. Рита, расскажи, сколько человек пришли поболеть за «Трактор»? Что до начала встречи еще 50 минут. Поклонники хоккейного клуба «Трактор» уже начинают собираться. Эмоции всех переполняют. Люди заряжены только на победу. Болельщики приветствуют друг друга и поздравляют с началом сезона. Сейчас здесь находится около 20 человек. Еще примерно столько же ожидают на улице. Видимо, люди волнуются. И еще бы, это первая игра «Трактора» в КХЛ. И причем такие обновления серьезные. Также готовятся с самого утра и работники спортбара. Они повесили два дополнительных экрана. Также поставили столы и стулья, чтобы мест хватило всем болельщикам. Фанаты же, в свою очередь, тоже подготовились. Они надели хоккейную амуницию, повторили кричалки. Некоторые даже взяли с собой краску, чтобы разрисовать лица во время хоккейного матча. Фирменные цвета клуба. Ну что ж, нам остается дождаться только самой игры и пожелать нашим хоккеистам удачи. А уже во время домашних матчей мы покажем, на что способны челябинские болельщики, и поддержим наших хоккеистов. Иван. Спасибо, Рита. Мы все сегодня желаем «Трактору» удачи.